После помпезных и бравадных речей армянского премьер-министра Никол Пашиняна, заглянем на окраины Еревана. Около 40 семей проживают вблизи Нубарашинской мусорной свалки на окраине Еревана. Живущие в основном в железных времянках люди избегают камер. Они стыдятся того, что их ежедневный заработок происходит из свалки мусора. Утром они отправляются на свалку, а возвращаются только поздно вечером. По их словам, в день там можно заработать до 6 тысяч драмов, около 12 долларов. Одна из женщин, проживающих недалеко от свалки, сказала: «Мой муж работает с утра до ночи, что соберет, то и сдает. В 15 дней раз составляют списки собранного, выдают деньги. Люди там живут, люди там умирают, люди занимаются сортировкой и, наверное, что-то получают. В Армении есть бизнес, интересы даже на свалках». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
остановлюсь.